конкурсный день, в котором все конкурсанты будут исполнять знаменитые детские песни из фильмов и мультфильмов. Ну, а согласно жребию, честь открыть первый международный конкурс юных исполнителей популярной музыки «Детская новая волна» выпала Кристине Светличной из Беларуси. Кристина учится играть на фортепиано. Ее заветная мечта – поступить в ГИТИС. Ну что ж, давайте бурными аплодисментами встретим нашу первую участницу. Встречайте, Кристина Светличная, Беларусь! Все называют меня Бэби, Бэби длинный чулок. Все называют меня Бэби, пара рук и пара ног. Напоминаю, что у нас 11-бальная система оценок. Итак, жюри, ждем ваши оценки. 11, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11. Вот такие вот оценки получает Кристина Светличная из Беларуси. Спасибо нашему жюри.